Всем привет, с вами Виталий, и сегодня у нас будут уроки по фотошопу. Будет сегодня рассмотрение и ознакомление с фотошопом. Нам нужно узнать все пункты, которые состоят в фотошопе. Смотрите. Итак, начнем же. Первый пункт – файл. Здесь можно и либо создать, либо открыть файл. И в этом уроке нам понадобится, если у вас есть какая-то картинка, чтобы профотошопить, то нажимаете «Открыть». А если хотите свою картинку сделать, то нажимаете «Создать». Но еще мы, когда создали вот здесь фон, смотрите, где-то просто пишите картинки, нашли какие-то там картинки, вот, чтобы вы не хотите скачивать там, например, если не хотите, то берете клавиши Ctrl-V. Теперь нажимаем клавишу Ctrl-T. Потом Alt и колесиком мышки прокручиваем. И зажимаем Shift и левой кнопкой мышки вот так уменьшаем. Как видите, у нас картинка поместилась. Так. И вот этот пункт. Я здесь почти что никогда не делал ничего. Почти. Вот, смотрите, даже если вы не знаете, где Ctrl-V, можно редактирование здесь вставить. Здесь можно выполнить заливку, выполнить обводку. Изображение. Здесь вот тут есть чем пользоваться. Автотон. Это вы можете настроить качественную картинку. Вот. А потом, если коррекция, то смотрите, здесь можно вот так делать. Цвета поменяются все. Вот, смотрите. Здесь можно изменить размер изображения, только потом картинка будет не очень какая-то такая по форме, некрасивая. Размер холста. Я в этом не шарю. Вращение изображения. Можно вот так сделать. А можно смотреть. Ой, это. Как видите. Потом нажмем Ctrl-Z. Это назад. Нажмите просто Ctrl-Z. Это вернется в то, то, что было прежде. Так, что еще? Слои. Здесь можно создать дубликат слоя, новый слой, слой маска, векторная маска, смарт-объект. Но здесь вы можете сами разобраться. Шрифт. Здесь это вам сегодня не нужно. Выделение. Это тоже не нужно. Фильтр. Фильтр. Здесь можно размытие выбирать, всякое такое. А вот здесь, смотрите, пластика, здесь можно что хочешь делать. Вот так уменьшать. Вот. Ну, это очень палевно. Смотрите, как отдалено. Вот так, чтобы... вы, думаю, разберетесь, а теперь ознакомимся с этим инструментом. Это, этим инструментом вы можете перемещать объекты как левой кнопкой мышки, так и стрелочками. Вот так, чтобы было клавенько. А вот это выделение. Здесь можно овалом выделить.
горизонтальной строкой, вертикальной строкой и прямоугольной областью. Здесь ласса. Здесь прямолинейная и магнитная. Магнитная это вот смотрите. Проводите просто и вот так. И вот так само обводится. А прямолинейная это как хотите. Вот так. Так, это круглым там. Ну, окольным, я думаю. А обычная ласса вот так. Хоп. Это нужно постоянно вести, вести. Хоп. Так. И еще что? Здесь быстрое выделение. Это только будет не очень, конечно же, комфортно. Волшебная палочка. Это очень быстро выделяет. Вот так. Как видите, нажимаете и сразу все выделяется. Все. Что здесь? Ну, этим вы можете даже почти не пользоваться. Пипетка. Это берете какой-то цвет. Например, вы хотите такой же цвет с текстом. Вы не можете его как-то найти вот так, клацать, а хоп, пипетка и все. И что здесь еще? Кисть. Это рисование. Вот, смотрите. Вот. Ну, я думаю, вы поняли. Здесь можно карандаш, все такое выбирать. Что еще? Ластик. Это, как видите, ну, вы знаете, что такое эластик. Заливка. Заливка это, как видите, хороший инструмент, чтобы не мучиться там. Конечно же. Как видите, очень быстро заливается, конечно же. Я вот так оставлю. Размытие. Вы можете вот так делать размытие, чтобы сзади что-то размыть, если что-то не, там, ну, не то, что надо, видно. Перо. Смотрите, это вот так тоже выделение, только вы должны вот так точечки, точечки. Всё. Так, текст. Текст, вы знаете, что это. Сейчас я вам покажу текст, и еще будет ссылочка в описании на все, чтобы было для Photoshop. У меня есть один сайт, очень хороший, там много шрифтов, очень быстро качается. И в следующем уроке я вам покажу, как устанавливать шрифты. Вот смотрите, например, так, сейчас у меня много шрифтов с одного сайта, я за него и говорил, что в описании скину, смотрите, сейчас, например, вот так, как видите, очень хороший шрифт это. У меня так много шрифтов скачано с того сайта. Мне он очень нравится, все хорошо идет. Думаю, на этом все. До скорых встреч. Увидимся, ребята. Пока.